Всем добрых времени суток, с вами Дракон. Мы продолжаем проходить Ведьмака Кровь и Вино. В предыдущей серии мы участвовали в турнире, нарубили тут троечку вампиров заодно. И раз уж мы приняли на грудь, давайте еще посмотрим, что у нас тут в округе. Что мы вообще тут делаем? Так. А вот этот, по-моему, я так... или взял? По-моему, взял. Так, мы так и не разобрались, как входить в эти пещеры. Раскопки. Ладно, давайте продолжим наш путь по сбору карт Скеллиги. Осталась у нас одна карта. Где-то тут в деревушке. Причем придется просто скакать. Тут вообще нету нигде у нас поблизости развилок, поэтому плотва вперед. Вперед, плотва. Поехали. Может, кого-то встретим на пути. Конечно, плотва, ты близких путей не выбираешь. Так. Как всегда красиво. Пусент. Безоблачное небо. Когда последний раз был дождь в Тусенте, что-то я даже не помню. Был один раз, но он быстро закончился. Посторонись, крестьяне. Что у нас там с зельями? Одно осталось. Ну, надеюсь, хватит, если что. Потом помедитируем. Так. Что у нас тут? Пути, по-моему, что-то было, да. Заброшенные деревни. Сейчас посмотрим. Теперь помедленнее. Все ясно. Здрасте, здрасте. Уже стреляют. Братья! Так, секундочку, давайте помажемся. Что-то их тут как-то. Нормально. Так, ну у меня все, по-моему, все закинуто. Только там, я не знаю, гром, наверное. А, 81, все, я понял. Так, фигня. Давай, фигня. Ау, на, все родные. Ау! Ничего не вижу. Хорошего, понемножку. Так, что там, двое? Конечно, лучники первым делом надо. Самые гады. Так. Кто там? О, здрасте. Это вообще машет. Там типа привет. Здоровается. Так, надо выпить вот этого дела. Так, ну я тебе просто блокировать надо. Вот и все. От людей я прям на раз-два.
Это не чудовище. Это не кабаны и пауки. Вот пауки это вообще... С каменных сердец пауки это... Просто нереально. А чё ты не промедитировал? Взял такой, посидел. Нет бы помедитировал часок. Вот, другое дело. Так. Как тут перепись на краденое имущество? Сейчас я не могу. Старый медведь крепко спит. Лук подберем. А мне не больно, да? Твоим услугам, ведьмак. О, приказы на куске свиной кожи. Задание простое. Вам надо перетрясти склады на пристани Фрайнда. Забрать все запасы жратвы и валить в ритме вальса. А в округе полно бродячих идиотов и гвардейцев ее усратительства. Хильберт. Ну, что-то вы как-то задержались тут, задержались. Так. О, нет. Опять беженец с севера. Что тебе нужно? Я только что спас тебя, если ты не заметил. Да. Да, да. Потому что хотел награду получить. Знаю я вашу породу. Чисто ради опыта. Плату я с тебя еще возьму. А сперва дай-ка поглядеть на твои товары. Хм. Ну, погляди. Только не трогай ничего, да заплати за все сразу в твердой валюте. Тебе ясно? Кто-то тебя обманул. Чем тебе так нордлинги не угодили? Кроме того, что они воры, лжецы и бездельники? Да ничем. Ясно, ясно. Ну-ка, покажи свои товары. Так, давай-ка. Чинить. Тут что-то я поиздержался. 44-й. А, я до 45-го, по-моему, это жду. Так, ладно. Только починиться. Мне пора. До встречи. Цепь такая. Приличная. А вечером вы колокола. А там меня уже... Кто? Чудовище? Опа, давай. Разбирайся с кустами. Поехали. Надо еще попробовать приноровиться по этим, по картам Скеллиги. Конечно, знаю и, конечно, не уважаю, но придется играть. Отдохни. Ворам для винограда тяжелее, чем эти твои мечи. Что у нас тут? Качма. Ну, ясно, ясно. Так, ведьмак. Ну так сходи. Здравствуйте, сударь. Что вам угодно? А, я бы вина выпил. А какое вам? Красное, белое, розовое? Сухое, полусухое, сладкое? А пилосьон какой? Шо? Я еще подумаю. А пилать что? Давай играть.
Может, сыграем партию в гвинт? Можно, в принципе, сразу и попробовать. Где тут скеллиги? Так, скеллиги. Крахан край. Чё там? Отбой обоих игроков тасуется, возвращается в колоду. Обоих? Ну, это не очень хорошо. Плохую погоду отряды утрачивают половину боевых. Ладно, давайте это. Так, что у нас тут? Давайте. Тенс. Так, тенс. Так, ну вообще 6 уровня тут довольно много. Это нормально, это хорошо. Так, у нас что? Так, что еще? Эти тоже 3. Забыл, что ты там делаешь? Уничтожать самую сильную карту. А, ну, это казнь, короче. Это хорошая штука. 2 в 1. Так, сколько у меня? 13. Погнали дальше. Ого. Так, что еще? Юнтера, ну как бы у тебя 4 только. Погоди, я еще с этим не разобрался. Тайфун вообще не оценил. Казни. Ну давай казнь. Рок придется брать. Так, окей. Давайте 3 рога. Как обычно, короче, как для Сера. Никаких способностей, никаких. Барт, не знаю. Карта уходит. Так, когда это уходит, она призывает на свое место новую сильную карту отряд. Ну, корова, короче. Эти по 8, на Машавура надо. Берсерка вообще не оценил, так что. Так. Ну тут в основном я гляжу лучниковские отряды. Она игра за лучников. Ох, 14, да? Ну ладно, давайте этих товарищей. Куда ж без них? Обычные, вот обычные как-то брать, я даже не знаю, стоит ли, не стоит. Казнь же не учитывается за... А, ну, это как бы... Взять, чтобы попробовать эти берсерк. Так, лучника надо. Что у нас там еще? Ага. Давайте
этих. Их какие-нибудь осадные, чтобы... О, вот это хорошая, наверное, тоже. Раз, два, три. Так, осадная. Ну, давай тебя. Две коровы, что ли, взять на всякий случай. Не умею я, что-то не умею. Ладно, погнали. Попробуем, во всяком случае. Так, уже хорошо. Так, это не надо. Окей. Так, у нас два рога что-то многовато. В основном лучники. Этого, конечно, можно. Тоже лучники. Тогда давай одну поменяем. Ах ты, зараза. Ну ладно. Ну, давай. О, я хожу первым. Как всегда. Выкатываем. Кого-нибудь плохенького. На, держи. Наглость с твоей стороны, наглость. Так, а вот так. Пасуешь? Пасуй. Замучил уже. Я, пожалуй, я посну. Хотя... Давай теперь тасуем. Используем лидера. Ничья. На кого ты там? Ничья. Да ничья же. Я выиграл. Нет, я не выиграл. Ну-ну. У вас, между прочим, только две карты осталось. Зря вы столько набрали. Ну, три. Мысли спасовал, я тебе дам спасовал, а чем мне ходить? Я тут, понимаешь, понабрал хороших карт, а ты пасуешь, обидно. Ладно, давай. Этих вот. Что произошло? Так, ладно. Не знаю, что произошло. Что-то. Я еще хожу. Так, ну давайте мне еще карт тогда.
что-то мне тут прет. Давай, давай. Ну, пока маленьких выгоним, чтобы потом закастовать. Ой, господи, выкатись казнь. Я просто с удовольствием их бахну. Да на тебе еще. А где последняя карта? Ах ты, надо было подождать, ну ладно. Это ж вообще замечательно. Так, Михаил Потапыч, сюда. Некого возрождать, ну да ладно. Так. Так. И вот так. Потом. Ну, такие. Чудище все равно в душе лучше. Так. Все, собрали. Хорошо. Хорошо. Что у нас поблизости еще есть? Давайте к доске сходим. Я тут пришел. Мужик, проходи. Че продаем? У меня лучшие цены по эту сторону. Хочешь взглянуть на мои товары, Седой? А я что, тебя уже встречал? Покажи свои товары. Шкуры, небось? Точно. Ну, хоть мандрагоры есть. О, нам не нужен. Давай водички и все. Увидимся. Че пишут? Платагонов. Нанимаю платагонов для сплава дерева из леса. Караберты вниз по реке. Работа не сезонная, на целый год. Вознаграждение лучше, чем у конкурентов. Ну, это не по нашей части. Дети есть? Берегись! Хочу предостеречь матерей от прогулок с детьми по оливковой роще в Дунтыне. Место это приятное, я знаю. К сожалению, в последнее время облюбовали его для себя парочки, у которых, как видно, нет более удобного места, чтобы встречаться и предаваться похоти. Из-за деревьев то и дело высовывается какая-нибудь колышащаяся жопа, а ребенку ведь и не объяснишь, в чем тут дело. Потому для прогулок с детьми выбирайте какие-нибудь другие места. Может, менее живописные, зато определенно более приличные и возмущенные. Работа для девицы прямо сейчас. Ищется молодая, здоровая девушка. Лучше всего из деревни. Важно, должна быть рыжая и конопатая. Лучше всего везде. Работа веселая и легкая. График гибкий, заработки высокие. Работа временная, на пару месяцев, с возможностью продления. Предложение лучше всего. С миниатюрками можно оставлять колоколах Баклера в порту. Были мы там, были, хорошо так. А найму сильного мужчинку на работу на виноградник. Ясно. Так, монстры из туфу. Настоящим являю следующее. Находящуюся в моем владении винодельную туфу, известную на весь свет изготовлением также великолепным миллион бланш, стрясает некий монстр. Рыцарь, который выследит его и уничтожит, не только славою себя покроет, но и непустячное вознаграждение рассчитывать сможет.
Посему всех смельчаков, прибывающих в Тусенте, призываю, дабы направились без излишнего промедления в Туфо и поговорили с ниже подписавшимся М.Д. Бурбё. Окей. Так, и загадочные летающие коровы. Срочно требуется специалист, привычный к странному и необычному. Быстрота и надежность обязательны. Предпочтительно чародей, друид или ведьмак. Среди ночи с неба валится крупный рогатый скот. И нужно было найти тому причину, чтобы можно было побыстрее возобновить работы в каменоломнях. У нас и так времени мало. За подробностями обращаться к бригадиру каменоломни Артаизо. Интересно, интересно. Так, я бы хотел про коровы. Так, это потом. Давай следующее. Во. Коровьи лепешки. Куда? Не видишь? Бежишь. Так. Можно сказать близко. Заодно сюда заглянем, что это такое. Так, ведьмак. Чего ищешь, то у меня найдешь. Не ищет коротких путей. Нет, здесь явно не пройти. Тяжко на службе с пустым брюхом. Так. Какой красивый. Красивый балюстрада. Делайте то, зачем вас послали. Возвращайтесь к себе. Ладно, иду, иду. Добрый день. Мы в Тусенте, хулиганство не потерпим. Да я как бы нормально. Чё тут? Чё тут внизу? Я же чую, что чё-то тут внизу подо мной. Больше трёх не собираться. Хорошо. Может, чё расскажут? Чё у вас там под землёй? Мадам? Ванны боитесь? Без намёков. Куда? Где? Кто это сказал? Кто сказал? Сейчас буду к каждому подходить. Да, в чем дело? А в чем может быть дело, если послали за ведьмаком? Посплетничать? У меня неприятности с чудищем. Это ты тут этот? А, ну да. Так это ты давал заказ? Ну что ж, я слушаю. Сперва, ваша милость, установим с вами некоторые правила. Я не припомню, чтобы мы с вами переходили на «ты». И ввиду огромной разницы в положении, надеюсь, до этого не дойдет. Потому ожидаю, что ваша милость будет именовать меня месье де Бурбё. Месье? Месье де Бурбё? Так и быть, месье де Бурбё. Подчеркну, не плебейское «ё», но «бурбё». Язык сломаешь. Сейчас я подчеркну кое-что другое. Говорите, месье, в чем у вас тут дело, не то я и передумать могу. Ох уж эти норденты и их манеры. Хорошо, короче говоря, у меня чего-то завелось в винном погребе. Так, значит, мне предстоит приготовить масло от чего-то. Простите? Мне нужно больше сведений. Где это чего-то видели? Есть ли свидетели, можно ли посмотреть тела? В том-то и дело, ваша милость, что никто этого чудовища не видел. Мы его слышим только. Такой вроде бы храп и писк. Тел тоже нету. Люди пропадают бесследно. Так откуда доносятся эти странные звуки? Отовсюду. А отчетливее всего они слышны в подвале с вином. Значит, у чудовища логово где-то под землей. А когда они громче всего? Ночью. Точно так же, как много лет назад, когда дома заваливались.
Тогда этим тоже мастер занимался, только о нем с тех пор ни слуху, ни духу. Хм. А кто именно пропал? Позволю себе спросить. Хм. Последний раз какой-то батрак, кажется. Может, несмотря на огромную разницу в положении, которое вас разделяет, вы запомнили его имя, месье? Нет. Вам надо поговорить с моей женой. Она с плебеями в более близких отношениях. Ее сейчас нет. Она поехала в гости к матери, но скоро вернется. Месье... Хватит уже этих вопросов. Ответьте прямо без уловок. Вы берете этот заказ или нет? Что-то мне зависит от того, на какую награду я смогу рассчитывать. Раз ты... О, награда хорошая. Первый раз такие ставки. Давай 600. Месье сейчас будет... Одумайтесь! Ладно, ладно. Потерплю убыток. Согласен. Хорошо. Я принимаю заказ. Сперва я здесь осмотрюсь, а потом хотел бы поговорить с госпожой де Бурбен. Хорошо, я дам знать, когда она вернется. А пока вот ключ от подвала. Только прошу, не касайтесь бочек с вином. Да за кого ты меня принимаешь? Так, ладно, раз уж тут. Как у тебя глаза светятся? Ой-ой-ой. Так, ночью, да? Сохранять спокойствие! Безобразие не учинять! Ну, если ночью, у меня еще время есть. Давайте все-таки сходим про корову и спросим, что-то более интересно. Так, мальчик хочет бегать кругами. Кстати, я видел на улицах одного такого. Так что не все заскриптованы в играх, но и в жизни тоже есть заскриптованные люди. Вижу. А, что-то я не туда, наверное. Здорово, уже подтяги. И зачем мне было это вино проверять перед разливом? Плохое было, да? Мужики, что вы несете? Какая еще кара? Просто так вот неудачно вышло. Давайте за работу. А то если мы голову вовремя не закончим, нам заказчик яйца открутит. Вы, значит, и скажете вдове Эмильена. Корова, мол, его раздавила, несчастный случай. Это, милые мои, серьезное дело. Тут мага какого надо позвать или другого мастера. Что у вас тут случилось? Гляньте, это же тот ведьмак, что в город приехал. Может, он и нам какие экзорцизмы почитает? Спросить надо, сколько возьмет. Сразу где? Я видел объявление. Там было... Про какую-то корову или кару? Так самая настоящая! Боги, должно быть, совсем озверели.
потому как в Зерикании сперва шел дождь из саранчи, а потом уже из лягушек. А у нас сразу по людям коровами херачат. Ладно тебе, ладно? Нечего панику сеять. Пойдите сюда, мастер-ведьмак. Я вам все спокойно объясню. Что и говорить. Дело дрянь. Надо же, корова раздавила. Жалко Эмильен. Добрый был работник. Я им сразу сказал. Наверняка всему есть простое объяснение. Они мне толдычат, мол, божья кара. Давай доплачивай за сложные условия. Но сами понимаете. Ох, разорят меня паскуды. Значит, мне надо понять, почему с неба упала корова, так? Ну и это тоже. Корове из стерву убирать не стали? Так на втором карьере какое-то говно завелось. Страх туда заглядывать. Ну, это трупоеда. Ничего странного. А что за корова была, откуда? Не ясно? Ну, обычная, пестрая. Ничего особого. Во втором карьере лежит, воняет. А Эмильен прямо под ней. Так что, вы заказ-то брать будете? Или как? Чего вы, собственно, голову как? Чем вы тут занимаетесь? Делаем статую пророка Лебеды. Значится, не всю сразу, а так, по кусочкам. Тут объявился богобоязненный заказчик. И считай, через 50 лет заново запустил строительство. Подрядил все каменоломни в округе. И все бы шло по плану, если бы не это происшествие. Я вас прошу, мастер, займетесь этим? Да, не вопрос. Мне нужно разузнать побольше об этом деле. Кто-нибудь видел, что произошло? Нет, но шум слышали. Астерв как раз пошел к Эмильену глянуть, как у него дела. А тут вдруг что-то здоровое в землю как пизданет, а через минуту еще что-то об этот кран приложилось. Ну, об кран-то явно не корова билась. Должно быть, нет. Мы по-всякому хотели с утра посмотреть, что там, как, только нас эта паскуда прогнала. Ну вот с тех пор работа и стоит. Так что не канительтесь, а скажите, беретесь за работу? Да берусь и без вопросов. Мужики понравились, даже не... Я проверю. Может, здесь поврежденный портал, но не думаю. Награди вас, святой Лебеда, детишками. Буду ждать вашего возвращения. Так, пойдем посмотрим. О, трупоеды. Здрасте. Давненько я вас не видел. Правда, последний раз вы довольно-таки меня наваляли. Но не в этот раз. Разлетелись. Главное, чтобы следов не заметали. Ау! Больно! Так, гуль, спокойно. Альгуль. Сейчас, погодите, накопится. Держи, родной. Там с коровой. Это значит,
тот Эмильен, о котором говорили работники, бедолага. Ну ладно, с чего бы начать? Я не вижу, что там Эмильен. Глубокие раны от когтей. Расстояние между когтями, как у драконида. Может, виверна? Но смерть вызвали не эти раны. Раздавлен большим весом. Основание черепа сломано. Свежие следы зубов. Трупоеды. Но они его подрали уже после смерти. На трупе больше смотреть нечего. Часть ткани раздавлена. Она явно упала с большой высоты. Распоротое брюхо. Крови не так много, значит, это произошло после смерти. Сердце уже не нагнетало кровь. Следы зубов, но небольших. Трупоеды, ясное дело. Тут же сбежались на добычу. Да ну все ясно. Летел этот виверна, скинула корову нечаянно. Все ясно, корова убилась после падения с высоты, когда ее упустил какой-то драконит. Ага. Наверное, молодой. Нес корову в гнездо, она оказалась слишком тяжелой, а Эмильен, по несчастью, как раз стоял внизу. Теперь еще этот кран. Эй! Как это так? Не запрыгнул. Повыше, ну давай повыше. Так, ты сам не убейся. Как корова. Кровь. Должно быть, драконит крепко тут приложился. Наверное, он упустил корову, его мотнуло в воздухе. Вот он и поранился. И к лучшему, тем легче будет его выследить. Так, ну пошли. Давайте сразу помажемся, раз ты, Геральт, решил, что это драконит. Так, все давненько не использовали. Следы крови драконида едва заметные. Да не... Я на верном пути. Да неужели, дождик? Тусенти. Что-то странное. Сейчас смою все следы, надо побыстрее. Послён? Нет. Я не вижу, где дальше. Здесь у него хлынула кровь. Выходит, рана была серьезнее, чем я предполагал. Угу. Деревце. Поеды, вас только не хватало. Скорее всего, драконит напал на местную винокурню. Секундочку.
Не ожидал я вас. Бахнуло что-то как-то не очень хорошо. Здрасте, здрасте. Да опять ты бахнул, ну ё-моё. Ладно, давайте эту выпьем. На крышу винокурни, пошумел немного и потом полетел дальше. Ясно. Картошка — это хорошо. Вишневая — тоже хорошо. Записки самогонщика. И тогда я сказал министру Трембле, что по моему мнению долина Сансетур с ее винами уж слишком разрекламирована, и СС с тех пор, как оно поступило в массовое производство, пора переименовать в ИТД ИТП, потому что лучшие его годы уже безвозвратно прошли. Он мне на это говорит, что я прав, и что сам он всегда более ценил Код де Блессюр. Он также нехотя признался, что по правде ценит это вино даже выше Сангриэля, который досточтимая княгиня иногда заставляет к столу самому близкому своему другу. И я, как последний идиот, поддержал этот разговор и признался, что каждый раз, когда мне доводится пригубить сангриэль, приходится выжрать рюмочку ржаной водочки, чтобы избавиться от пакостного прикуса во рту. Ну, пьяный я был, что ж поделать. И получается, что я переоценил свое положение при дворе, потому что хватило одного слова Трембле на ушко княгини, и я мигом очутился на улице. А на место княжеского хранителя вернулся Бенуа, над которым некогда смеялся весь двор после известного скандала с баронскими дочками Никой и Келиной. Что же мне было делать? Пришлось переключиться на изготовление и употребление самогона, потому что именно он всегда был моей страстью. Не повезло, не повезло. Так, что еще тут вкусненького? Следы лап. Похоже, он слишком устал, чтобы лететь дальше. Окей. Дракошка, бедненький. Плохо ему было. Он еле ногами шевелил. Так, это что у нас там? А тут приземлился второй драконит побольше. Подождал, пока маленькому станет лучше, и они полетели вместе. И будет легко выследить у того, что поменьше, по-прежнему шла кровь. Так, хорошо. Геральт, какой ты бессердечный. Оставил бы в покое. Сказал, что больше никому никто не причинит вреда. Значит, они летели вдвоем. Наверное, возвращались в гнездо. Здесь след обрывается, но бьюсь об заклад, что там наверху у них гнездо.
Ну, теперь точно масло. Принять, что ли, что-нибудь, а то что-то вообще зря умение пропадает. Какое-нибудь, я не знаю. Урон устанавливает здоровье, что-то я как-то не это не прочувствовал. Небо закрыто облаками? Замечательно. Не для этой местности это зелье явно. Так. Этажный урон. Что-то маловато. О, ехидный. Это наше. Так, максимально. Ну, давайте. Нормально. Погнали. Чуть высоко забрались. Ослизг. Здрасте. Ослизг. О, у них еще тут гнездо. Ау, больно. Вертлявая самочка. Ау! Ничего себе! Вы даешь прям дракон настоящий. Да никуда. Ай-яй-яй-яй. Так, пора Квена. Люди, 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 вы что-то нервные. Так, давайте без этого. Так, отлично. Чуть-чуть осталось. А не туда ты машешь. Что-то какой-то замедленный я стал. Простите, родные, вы мне нравились. Я даже... Ну ладно, пора забрать трофей. Я даже по воздуху стал ходить. Надо все сжечь. Геральт, какой ты кровожадный. О! И этот дали. Красненький. Ну ты даешь. Делу конец. Ну ты даешь, Геральт. Жадный. Так, а что у нас там под землей? Все? Все обобрал, все уничтожил. А
это развалины форта, о котором говорил Лафарг. Надо здесь осмотреться. Все, давай. Смотримся. Так, рапорт капитана Фиробраса. Вызванный мною ведьмак прибыл в Усар 12 сентября. Он произвел хорошее впечатление. Я ожидал встретить хладнокровного убийцу, а разговаривал с кем-то, кто мог бы принять, кого бы мог принять за обычного человека, если бы не его обширные знания о повадках чудовищ. Два меча за спиной и медальон с головой грифона на груди. Джером, так его звали, задавал много вопросов по поводу бестий, которые видели у замка Монкран. На основании своих ответов он идентифицировал это существо как лешего. Во время нашего следующего разговора ведьмак выразил удивление тем, что ему предложили высокую плату вперед, еще до того, как он прибыл в Тусен. Мне понравился этот человек, и я хотел бы с ним быть честным. Вопреки данному ранее обещанию, я признался, что все вознаграждение обещано сударем Моро, чародеем, который этим даром решил отблагодарить нашу общину за теплый прием. Когда Джером услышал имя чародея, то сперва побледнел, а затем впал в ярость. Он крикнул, цитирую, «Сейчас я поговорю с этим старым ублюдком!» После чего помчался на конюшню, оседлал своего гнедого жеребца и ускакал, оставив часть своих вещей. Его видели на дороге в Монкран, а потом он пропал бесследно. Мастер Мару утверждает, что ведьмак до него так и не доехал. Интересно, что случилось на Монкране? А далеко это? А то уже как бы темнеет. На винокурню пора возвращаться. Далеко. Пасутся плотвы. Так, и все-таки как попасть ниже? Где вход? В пещеру. Вроде нет никакого ухода. А жаль. Так, ладно. Так, у нас уже темнеет. Давайте возвращаться на винокурню. Зачем плотва? Плотва, отдыхай. Я сам телепортнусь. Так. Явно стемнело. Обвалившийся дом. Похоже, кто-то подкопался под фундамент. Потом, Геральт, потом.
то опять профукаем, как с красной шапочкой будет. Любимец сиятельной книги. А мне уже начинает нравиться, как меня так называют. Ну что, я пошел? Пожелаю удачи. Пушечку, пожалуйста. Так, ну я в подвале. Хорошо, посмотрим. Посмотрим. Так. Сказали не трогать ничего. А так хочется. Разбитая посуда. Что-то сбросило ее с полки. Может, земля тряслась? Какого? Оп-оп-оп-оп-оп. Вот это я понимаю. Источник шума. Эй! Эй, тут был проход. Туннель? А, Арахноморф. Ну, кто бы сомневался. Только больно узкое место. Не нравится мне это. Завалит ведь нахрен. Кикиморы? А вот этот. Каким боком? Я забыл опять, кто вы у нас. Кикиморы. Это у нас, по-моему, гибриды. Нет. Сектоиды. Да, инсектоиды. Инсектоиды. Так. Ну, здрасте, кикиморы. Давайте вас еще будем подпаливать. Кстати, погодите. Еще раз, я что-то не обратил внимания, что у нас. Против вас что я? Игня? Игня. И это гня. Ну, я так и думал. Ау, ай. Вы чё? Люди. Ай-яй-яй-яй. Чё-то меня прям хорошенько. Надо было сразу принимать. Так. Чё-то мне как-то нехорошо. Примем Ивугу. Дай. Как так? Ладно. Так и быть. Опять набирать чего-нибудь. Ну, это рано еще. Давайте вот это выпьем. Ну и ласточку. Эй, кошка-то тоже в почки ушла. Вот так вот.
Ну, ничего интересного. Куда я тебе собрался? Я ж испугался. Ау. Стой, как Кима. Глубокий туннель. Здрасте, здрасте. Бахай. Киш. Неудобно сражаться в туннелях. Так, ладно. Давайте убейте меня кто-нибудь. Так, срочно бежим, чтобы адреналин не сыпался. Давай еще разочек бей. Отлично, все. Просто на лицо посмотрите на мое. Никаких врагов. Так. Так, собираем трофеи. Так, где? Все хорошо. Клубника пошла в дело. Травят хорошо. Белый мед придется использовать. Так, мы куда идем? Туда? Нет, не сюда. Туда я ходил, значит, наверх. Или я... Пожалуй, тут можно перебраться на другую сторону. Окей. Не уйдешь. О, вот тут мясо. Все нормально, пока идем. Нечего было со мной связываться. Большая кикимора. Отрубай голову. Не слишком большая, чтобы на трофей брать. Так, пей. Ч
Че, опять белый мед? Ну что ты будешь делать? Совсем меня затравили. Так. Разбитые яйца Кикимора. Кто-то их сожрал. Ого. Интересно. Но мы их все равно сожгем на всякий пожарный. Это не Кикимор. Туннели сделала гораздо более крупная тварь с острыми широкими когтями. Ясно. Яйца Кикимор. Лучше их уничтожить, пока под погребом не вылился молодняк. Так, уничтожить все яйца нельзя. А что, еще есть? А, вон. Да, большие дыры. Гораздо более крупная тварь с острыми широкими когтями. Че, вроде всех по этому или нет? Ну, не знаю, где еще яйца. Пошли. А, вон. Полно. Так, вниз вижу. Сначала сжечь. Это последнее. Хорошо. Хорошо. Бахаем вниз. Эй. Что это за шум? Подземный ручей? Чудовище, которое я ищу, живет под землей, роет туннели, питается кикиморами. И оно большое, очень большое. Тут я ничего больше не узнаю. Пора возвращаться наверх. Окей, ну хоть гнезда раздербанили. Так. Геральт, давно бы научился заклинанию телепорта. Кто-то наверху ждет меня. Значит, я плачу за уничтожение чудовища, а не за разрушение имущества. Тут имущество само собой рассыпается. Это из-за туннелей. Если их быстро не засыпать, дом рухнет. Туннели? Откуда там взялись туннели? Их выкопало какое-то крупное существо. Кстати, в туннелях я нашел кикимор и уничтожил их кладку. За это я возьму недорого. Яйца кикимор? О, благодарю. Я заплачу, ясное дело. Хорошо. Госпожа де Бурдю, я полагаю. Мне сказали, вы знаете что-то о пропавшем батраке. О Жан-Люке? Да. Мы вместе ходили осматривать посадки этого года. Кто-то их подгрызал и услышали такие странные звуки. Жан-Люк пошел проверить, что это, и уже не вернулся. Могли бы вы описать, как выглядел Жан-Люк? Высок, хорошо сложен, черные волосы.
Любимая, сосредоточься. Любой мужик хорошо сложен. Он же в поле работает. Дело в отметинах, особых приметах. Ничего такого, но на шее он носил медальон. Серебряный. Серебряное украшение у батрака? Это подарок, кажется. По крайней мере, так он мне говорил. Этого мне, пожалуй, хватит. Ну, так чего ж вы стоите? За дело, работа ждет. Батрак. Так, в лес, да? Может, эти тоннели под погреб приспособить? А почему бы и нет? Прошу вас, поищите Жан-Люка. А с чего это ты так к нему неравнодушна? Идем. Лучшие вина Тусента не родились в Тусента. Опрыскивают от жуков. Так, ну и где-то тут. Хлеб очень черствый, он лежал здесь довольно долго. В этом месте расстелили одеяло. Ну, все ясно, все ясно. Так. Хорошо сложен, говорит. Что еще я тут? Следы ног, здесь шли двое. Следы ведут сюда. Идем. Что-то уже тащили. Кровь человеческая. Месье де Бербе, наверное, тюкнул лопатой по голове. Ступня обглоданная. Нехорошо. А, нет, это уже не Бербе. Здесь кто-то прошел, кто-то большой и тяжелый, с тяжелым хвостом. Окей, идем. Кошка закончился, я уж испугался. Что-то тут слишком много красного. Поломанные деревья, как будто что-то через них перекатилось. Значит, это Шарлей. Только они роют туннели и передвигаются таким образом. Ясно, ясно. Это плохо. Ничего не вижу. Даже вход не вижу. Кошки тем временем заканчиваются. Что, нам не сюда? Пардоньте, я что-то опередил события. Так, мы сейчас не назад возвращаемся. Так, назад, ясно. Вы
ведет в пещеру. Аккуратно. Интересно, что приманило сюда что-то из рамок. Опа-на, вот здрасте, приехали, вот вас не ожидал. Так, я помнится, там должен сразу принять. Прям сразу. Ты чё? Хотя от этого можно даже наоборот не уворачиваться. Эх, Ирда нам-то как замечательно. Да, погоди. Ау, больно? Спасибо. Спасибо. Еще разочек. Можно еще два раза? Спасибо. Спасибо. Все, достаточно, достаточно. Достаточно, я сказал. Опа-на, хорошая смерть. Нет. Окей, люблю их, как и этих арахноморфов и скалопендроморфов, прям люблю. Это вам не пути. Так. Шарлей. Следы когтей, прямые, тупые. Чтобы рыть землю, лучше не придумаешь. Так. Ну. Хорошо. Так, Геральт. Ну, не застревай. Камушек? Что за камушек? Эксперименты Шарлея. Насекомые, которые не питаются, любимые блюда скалопендроморфа. Вот почему и они приманили. Так, следы идут туда. Вот и хорошее место для битвы. Я забыл, что от Шарлея. Давайте сразу глянем. А, кто это у нас? Кто это у нас? Это у нас... Даже не знаю, кто это. Реликты. О. Шарлей. Саму нафиг. Так, против реликтов. Арт. Ясно. Так. Арт. Понятно. Давайте сразу. Сереньким. И арт. Ну, здрасте. Вот он я. Кушайте. Здесь должно быть логово Шарлея. Он притащил сюда тела жертв. Где? Некоторые еще совсем свежие. Где? Надо сварить приманку.
Возьму кровь какой-нибудь недавней жертвы и грибы, которые здесь растут. А, вон. Заодно отберем. Вот это да. Грибы. Изрядно сгнившие, частично объеденные. Они лежат здесь уже некоторое время. Сейчас вот тут как встанет. Свежие останки. Это надо думать, Жан-Люк. Раздавленные ребра, расколотый череп. Работа Шарле. Однозначно. Так, окей. Все собрали. А это что у нас? Гниющее мясо на всякий случай. Так. Давайте. Варим. Надо залить это в логово где-нибудь на сквозняке, чтобы запах разошелся по всем пещерам. И, пожалуйста, подсветите мне. Что-то я не пойму, где делить-то и как. А, хорошо, поливай. Ух, какой смрад. Поливай. Понища. Ваш мухи полетели. Ну все. Шарли будет здесь с минуты на минуту. Давай, Геральт, не подведи. Что-нибудь от нокдауна надо выпить сразу. А вот мы и встретились. Тот, который меня 3 раза убил. Ну давай, покажи, какие у тебя когти. Стоять. Так, давайте пьем. Все, что только можно. От оглушения бьем. Так, еще один дополнительный раз. Не знаю. Рано. Слушай, у меня же лечилок нет. Одна, ну, хватит. Так, критический удар можно, но что-нибудь получше. Пока не закончится бой. Да, пьем. Лошади рановато. Вот это пьем. Так, дальше. Еще что-нибудь. Нет. Пьем. Ну, собственно, все. Черный кроссранер. Так, окей. Уклоняемся. Thank you.
спереди, я понял. Ох, это долгий будет бой. Что-то ты слепой, что ли? У меня реликт-то действует. Ого. Пахнул, ёперный театр. Критический удар. Ага, кровотечение пошло хорошо. Только не говори, что ты уйдешь. Ты куда пошел? Стоять. Задница непробиваемая. Так, ясно. Тут размах никак не катит. Ну, ко мне повернись. Это какой-то бой у нас вялый, очень вялый. Ну, конечно, против лягушки тебе далеко. Но зато адреналин копится хорошо. Да я тут, Ну все понятно. Короче, только спереди. Ах ты! Арре! Ай-яй-яй-яй, пьем. Че это там с тобой произошло? Ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау, больно. Так, ну ладно. И стоит такой. Ты мне еще помри. Давай, копись. Знаешь, чего тебе ждать-то даже. Так, кошка, не вовремя ты закончилась, не вовремя. Давай, истекай кровью быстрее. Ты где? Началось. Вот
ты где, ё-моё? Так, плохо дело. Давай, 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 давай. Чуть-чуть осталось. Давай, жри клубнику. Как всегда, у меня тут это. Осталось только отрезать ему башку. Фу. Сам умер. Это хорошо. Прям на грани. Режь. Убивай. Давайте напоследок глянем, какие у нас тут трофейчики. Дополнительное золото. Ну, что-то вообще не изменяются трофеи. Ослиск. Отрубить. Ну, давайте лучше отрубить конечность. Ну что ж. Давайте на этом закончим серию. Такие серия заказов была. Свет освещает лицо Геральта. В общем, спасибо за просмотр. Я рад, когда кто-то хоть смотрит. Всем привет передаю. Всем пока. Всем удачи.